Молодые, они вот все такие, блять, они... Я прям на них смотрю, мне с одной стороны прикольно, с другой стороны меня напоминают, и вижу прям все ошибки, которые они допускают. Вот удивительно, кстати, да? Почему каждый молодой не хочет предыдущее поколение спросить в этой же сфере, что его ждет, какие ошибки не надо допускать и какие советы можно получить. Я ведь сам, кстати, никогда не обращался к этой истории. Я думаю, знаете, почему так не делают? Потому что хочется верить в романтику и не хочется ограничить себя тем, что тебе расскажут. Да и каждый, наверное, думает, что он особенный и не такой, как все. Мел сказал, что ты его игноришь. Не, не игнорю. Он просто эту волну свою гнет, типа, когда он хочет, тогда общается. Я пытаюсь ее объяснить ему, что так не надо делать. Либо давай общаться на паритете, либо лучше вообще не общаться. Ну какое общение, чел сливает 6 мультов, у него депрессия. Но это мы тоже обсуждали и на стриме, и психолога пытались подтянуть. Ему нужно просто решить, как выходить из зоны комфорта. Он вроде немного выбрался, когда ко мне приходил, потом хуяк опять закрылся чего-то, вместо того, чтобы дальше пойти. Опять закрылся в своих долгах, лудомании и так далее. Но это опять же его жизнь, он как хочет, сам должен решать.